В глубинах Карангара Сик встретился со старыми противниками, судя по всему. Рэйбис, Роби. Как это правильно? Это вообще имеет перевод? Ро. Белки. Ага, нет, все правильно. Рэйбис. Хрен его знает. Непонятно. Ну, короче, вот с ними. Они типа слепые, но охренительно хорошо слышат. Я читаю, подождите, я же переводить должен. После его путешествия по этим по шахтам Стикс начал понимать более четко или более ясно разницу между типами кварца. Минеральный кварц не содержит никакой энергии. Кварц по типу того, который использовала Лисрил во время показа, ну, не знаю, силы, наверное, этого кварца, судя по всему, выглядит или содержит огромную энергию, которая может быть использована. Для подчинения, судя по всему. Bring Living Creature. Не знаю. Так. В чужих руках. Кварц. В медальоне Джерака был источником этой энергии. Такое. Короче, есть еще и разный кварц, нихера себе. Ого! Ракаш, да? На нахер. Вылез. Опаньки. Ёб твою мать, эти твари еще начали маленьких тварей плодить. Все совсем хреново. Вот это красиво. Твою мать, эти твари теперь еще и каких-то маленьких тварей создают, которые взрываются об тебя. С огромного расстояния. Что-то мне совсем это не нравится. Кыш. Твою мать. Он прямо в этот, в мох заходит. Ты посмотри, что делает. Судя по всему, сейчас здесь лучше вообще не шуметь. Не пойду вон туда за этими, за яйцами, хрен с ними. Так. Хорошо, что я бесшумность прокачал. Мне кажется, сейчас бы я здесь давным-давно спалился, если бы не раскачал эту пассивную ветку бесшумия. Ну, бесшумного перемещения. Прикольно он начал говорить. Когда мы мимо чего-то полезного проходим. Ой-ой-ой, не то. Выпьем янтаря. Ой-ой. Что это за дым?
А, это его след. Вон оно чё. Это вот теперь я вот так вот вижу янтарным зрением перемещение врага. Это типа то, как он перемещается. Судя по всему, вот этот дым. Вон оно что. Так. Но здесь я могу свет выключить, но... Что мне это дает? Мне нужно вот эту вот отвлечь. Что-то полезное есть. Хорош. Собрал много полезных штук. Это просто тень, да, ты права. Что это такое? Это открываемая дверь? Нет. Можно травануть еду, но мы этого делать опять же не будем. Ибо зачем? Так. Подожди, так а тут все закрыто. А, мне наверх. Блин, прекрати это делать. Нет же. Ой-ой-ой. Лютейшее палево какое-то. Твою мать, лютейшее палево тут находиться. Опаньки, пока он за колонной был. Мы сюда заныкались. Лютые палево, здесь их очень много. Но сквозь вот эту дверь я могу, судя по всему, выйти. Если я бы выше полез, там тоже вражины дохренища. И там так просто не пройдешь, скорее всего. Хотя он какие-то веревки есть. Ладно. Сейчас посмотрим, что тут за дверью. Там дальше видно будет. Доберитесь до чистого кварца. Ё-моё. Короче, я понял. Судя по всему, проще сразу сюда прыгнуть. Тут что там, что здесь, вражины до хрена. Монетку забрал. А, нет, крафт. Вот это сделать, не сделать, сделать, не сделать. ХПшная фласка, ладно, не будем. Отлично. Я планировал, что здесь куда-то вылезти можно, а здесь ни хрена нет. Но можно туда прыгнуть. Но я разобьюсь, мне кажется. Вон там он есть проход. Черт. Но я боюсь, что я разобьюсь.
Если вот сюда попытаюсь прыгнуть. Черт, но выбора у меня немного. Хорош. Есть кто-нибудь? Судя по всему, никого нет. Так, отлично, вял. О, я еще и нашел бутылку этого янтаря. Хорош. Так, вот здесь какая-то тварь сюда ходит, смотрит. То есть мне особо-то лучше бы, наверное. Так. Блин, я спалю сейчас. Прикольно, что здесь, пока ты стоишь на месте, в этой части у тебя бесконечное зрение янтарное, но как только ты начинаешь перемещаться, оно сразу же слетает. Так, понял тебя. Подожди, я здесь был, не был? Не, не был, наверное. Спит, чувак, это хорошо. Там какая-то непонятная решетка. Ага. Так, вот тут мы обязаны сохраниться. Где-то мы тут в таком клевом местечке. Очень классном. И вот мы нашли. Я типа настолько близко к кварцу, но дверь закрыта. Нужно найти путь внутрь. Блин, ну тут так-то много тварей, которые мне помешать могут. Опаньки. Опаньки. Ну напрямую идти такой себе выбор, но здесь вот есть веревки, по которым я, по идее, могу прыгать. Опаньки. Здесь могу пролезть? Нет. Ну да ладно. Сайз запукается. Ага. Типа идеально тот самый туннель, который мне нужен. Не, у меня 3 бутылки янтаря, у него на поясе одна. Но она мне не нужна. Ой, монетка. Блин, вот эту монетку было бы хорошо взять. Сейчас мы тогда сделаем красиво. Или не сделаем. Блин, вот эту монетку взять было бы очень хорошо. Я смогу, интересно, потом обратно залезть. Но здесь спрятаться можно. Сейчас подождем, пока он свалит. Давай, кыш. Ну так вот можно было бы здесь взять и сюда пойти. Так, хорош. Короче, он сказал, вот этот чертов кварц, я должен его заполучить. Потом вот эта тварь на меня посмотрела, я подохренел немножко. Он сказал, типа, какого черта кварц у тебя на шее, но делать нечего, я должен его взять. И он сказал, типа, Джерек меня не предупреждал. Блин, смотрите, какие там эти челюсти.
Фу, какая же мразота не... Ой, меня аж передрогнуло. Короче, он сказал, что типа надо будет сказать Джереку спасибо за эту экскурсию. Блин, спалился. Я думал, что меня не видно сквозь... Ой, как это... Какая это мразота была сейчас неприятная, реально. Вот ее первый раз, когда увидел, очень не по себе стало. Охренеть, такая тварь на меня смотрит. Отвернись. Я не думал, что они сквозь двери меня видят. Или ты не пойдешь отсюда, типа, уже? Так, ладно. Ох, мать твою, как же это было не очень. Королева чего-то там ждет меня. Поэтому нужно быть аккуратным. Давайте осмотримся на местности. Ну, где-то наверняка можно там аккуратненько спрыгнуть к ней и все такое. Так, фласка ХП подберем, это хорошо. Тут какую-то штуку тоже подберем. Ага, не могу больше этого брать. Типа это выглядит неплохим путем вниз. Возможно, если я спущусь, я смогу не проиграть, по-моему. Или типа избежать поражения. Но тут вот есть путь секретный, судя по всему, он туда. Сейчас посмотрим. А, да, но мне по нему явно. Когда это произошло? После того, как это произошло, все, блин. После того, как это произошло в санктуарии, типа... Все начали... Короче, что-то началось. Потом они сказали, что... Нам не стоит опасаться Лакимы. Лакима — это такая тварь, которая, помните, была... как его... Во время церемонии, в общем, она забрала там одного из этих, из врагов. Убила. Так, допустим. Будем считать, что я это планировал. Не, ну я планировал так в инвизе пройти, но... В идеале, конечно, инвиз было бы вообще не жать тихо. Куда хоть мне идти-то, я не понимаю. Ага. Если есть крючочки, значит они по-любому полезны. Так. Рэббитсы, которые типа слышат хорошо внизу, эльфы вокруг, осы надо мной. Что типа за этот за тролли? Ну, типа, чё за шутки? Как же они меня бесят, судя по всему. Найдите путь. Блин, ну я даже не понимаю, в какую сторону мне начать идти, чтобы... А, мне нужно вниз, судя по всему, спуститься. Или хрен его знает. Ну, я вон туда могу прыгнуть. Ой. Ой. Тихо. Ага. Что ж, я нашел путь. Теперь нужно до него добраться. А после этого чего-то я могу
И, короче, неважно. Что там? Про кварт задвигал. Ой. Не палимся, тихо. Не, ну судя по всему, мне не сюда. Ну вот я сюда добра. По идее, можно швырнуть куда-нибудь мою копию. Но тут должен быть какой-то другой путь. Не через врагов. Ё-моё, не через врагов. Где-нибудь по скале, я не знаю. Если швырнуть туда копию, она долетит, интересно, или нет? Вот это вот хрень. Ну-ка, давайте сохранимся. Не, вряд ли она долетит. Ну хотя вот так вот, может быть, есть шанс. Небольшой. Давайте попробуем швырнуть. Черт. Ну это было бы слишком просто, наверное. Но судя по всему, мне это обходить надо. Давайте тогда сохранимся. Ой, сохранимся, загрузимся обратно. Когда я еще не кинул эту хрень. Так, ладно. Ну давайте, что делать-то нечего, пойдем сюда. Выбор-то у меня невелик. Миллион вражины. Ой. Ребятки, к этому я был явно не готов. А куда мне нужно идти? Туда, вон туда, что ли, в дверь? Я думал, что здесь можно сразу будет обойти, но мне походу туда в дверь надо бежать. Сейчас, короче, рубим инвиз и просто бежим до конца, прям до талого. Просто до конца бежим. Посмотрим, насколько мне хватит инвиза. Я по идее бесшумный в инвизе, так что можно бежать и бежать без опаски. Тихо, не палимся. Блин, тревогу поднял. А, вот. Во, все, я понял, куда мне нужно. Рубим инвиз, бежим. Все в порядке будет. Опять же, когда с первого раза проходишь, не знаешь. И вот такая вот фигня происходит где-то там. Найс, баги. Я понял. Можно даже инвиз снижать. Господи, это багнутая игра, лол, что это было сейчас? Да ладно! Вы-то тут откуда? Твари. О, боже мой. Этих ребят лучше не злить. Это опять же из первой части. Это орки, по-моему. Мы гоблины, а это орки. И они меня нахрен размажут вообще в щи. Просто покромсают на салат. Поэтому мы, наверное, не будем ничего придумывать. Они меня просто покрошат, реально. Если увидят и сагрятся на меня. Без шансов. Допустим. Куда дальше? На этом мой план заканчивался. А, но мне вот эту дверь нужно открыть, судя по всему. Янтаря выпьем, малек. Тихо. В этой части, смотрите, как классно сделали. Если перед тем, как...
поменяться на этого, на копию свою. Мы стоим в укрытии, то мы так и остаемся в укрытии, ну, спрятавшись. А в первой части он типа не прятался. Хорош. Ну, немножко шумно получилось. Но в целом нормально. Так. Второстепенной миссии у нас нет, мы ее уже прошли. Отлично. Вот эту штуку еще можно по пути подобрать. А, у меня их уже и так много, да? Хорош. Видимо, для этого мне давали фласок янтаря очень много. Одну я подобрал на столе, одна была там на поясе у чувихи. То есть, в целом... Не буду активировать, если честно. Мне кажется, что здесь не зря вот этот обходной путь. Типа, если активировать, то какая-нибудь хрень произойдет. Ну, хотя давайте нажмем, почему нет. А, я понял. Конечно же, закрыто. Надо найти другой путь внутрь. Я думал, что какая-нибудь тварь... Во, я же говорю, то смотрите, янтаря обдается много. Отлично. То есть, судя по всему, я должен был использовать янтарь здесь. Крафт. А здесь что? Скиллы. 515 поинтов дают, это хорошо. Мы можем раскачать себе супер инвиз. Стик становится... А, то есть мы в инвизе, короче, не сможем ни за кого задевать. Видите, я сейчас пробежал в инвизе, цепанул врага, и он сагрился, то есть тревогу подняли. А вот с этой штукой мы в невидимости не будем никого агрить, даже если врежемся в него. Не знаю, есть смысл, нет смысла брать. Давайте возьмем, почему нет, мало ли где-нибудь пригодится. В инвизе я бегать люблю. А, тут еще и типа на выбор, либо то, либо то. Ну вот это бегать по этой, вот это бегать вдвоем, так что я вот это возьму. Так, а мне хватит, интересно, на персепшн. Сколько здесь нужно? 250, а там 359. Да, 350. Ну ладно, хрен с ним, давайте возьмем. Открытое достижение. О, прикольно. Ага. 165 у меня остается. Давайте врагов будем видеть издалека, что нет-то. Клонирование. Блин, мне интересно, что здесь скрыто. Давайте просто почекаем, что там у нас до самого конца. Мне просто интересно. Я не верну все обратно, как и было. Так, стик становится невидимым, когда контролирует клон. Но это в первой части было. И клон становится... Подожди. А, и типа ненадолго можно сделать клона невидимым. Ага, ну вот эта хрень, это невидимость клона и себя, как и в первой части это было в первой части, когда мы, типа, контролируем клона, он невидимый. Точнее, я невидимый, ну, сам Стикс. А если мы нажмем на невидимость клона, то клон там на некоторое время тоже становится невидимым на халяву один раз. Ну, по крайней мере, так в первой части было. А это летальный клон, он может убивать врагов, если за них цепанется. То есть, ну, такое. Давайте тогда мы сейчас все скиллы почекаем. Во всех этих... В вариациях. Запомним, что я тут прокачивал. Конечно же... А, нет, это невидимость. Невидимость у меня и так была прокачана. Я знаю, что там будет в конце. Но мы обязательно невидимость раскачаем обратно. Блин. Так. Сила кварца... Чего? Не понимаю, о чем здесь речь идет. Надо гуглить. Дали. Ой. Сложно. Доставляет. Сила кварца доставляет летальное повреждение. Силу летальных повреждений, чего-то. Цель может быть убит.
Стикс Райвс. А, то есть мы, короче, издалека можем убивать теперь с расстояния 4 метров. Что такое Arrives? Arrives. Ну да, Arrive это прибывать. Но здесь что это значит? Типа Стикс. Непонятно. Юпон. Ну-ка. Короче, стик, судя по всему, моментально становится готовым что-нибудь дальше делать, не особо понимаю. Неважно. Ну и если мы убиваем, то мы хилимся, судя по всему. Интересно, короче. Вот здесь в убийствах они крайне какие-то некрутые сделали. Плюшки. Так. Может носить на 5 больше ролл материалов. Прикольно. И так же как, короче, такое микстура, янтарная микстура. Ну и восстанавливает вместо 6 8 ячеек янтаря фласка, судя по всему. Ну тоже такое себе. То есть самое полезное, как я и предполагал, у нас в инвизе и в клонировании. Так, звук шагов, вражеских шагов показывается автоматически без активации Эмбер Вижена, но это прикольно, то есть мы без янтарного зрения можем все видеть. Ага, чувство Стикса. Ага, мы сквозь стены теперь можем видеть эти монетки. Ну да, как и в первой части, в общем-то, янтарное зрение нужно для того, чтобы искать скрытые монетки. Ну мы, естественно, раскачаем невидимость. Можем насквозь всех бегать, это, конечно, самое клевое для нас. Все, я вернул вроде бы как было. Ребес здесь. Вот так. И вот так. Да, все, я вернул, в общем-то, на свои места. Здесь мне не хватает. Все, вот так вот и оставим. Как я и хотел, вот так вот мы все дело раскачаем. Как прям нужно мне. Теперь, блин, лагает что-то люто. Что так лагает-то? Ну, все, пролагал. Или нет? Охренеть, как лагает. Тихо, соберись. О, монетка. Прикольно. Ладненько. Но токен это жетон, наверное. Открыть. Пам. Загрузка. Окей. Они бомбы ставить начали на полу. Он сейчас что-то покопал. Вы видели в камне он что-то? Мать твою. Ох, ё-моё. Так-то нам сейчас жопу, ну это надерут. Я думаю, что этот кусок янтаря должен быть моим.
Время умирать. Должен быть моим парень или что-то такое. Блин, что-то лагает люто как-то. Ну, судя по всему, прятаться здесь смысла нет. Я и так уже спалился. Блин. Хотя можно в инвизе жмакнуть что-нибудь. Да тихо, не лагай что-то. Деритесь с королевой рэббитов. Ну, короче, я не знаю, как этих тварей правильно называть. Которые вот эти слишком... Слишком... Ё-моё, ну так-то слушать, она мне вваливает-то, дай боже. Если я подставлюсь... Так. Ах ты ж, вон а что надо сделать-то, оказывается. Она из меня янтарь высасывает, типа, или что? Блин, почему так лагает в этой локации? Ни хрена себе она меня про это. Хапашечку выпьем. Нужно по таймингу, в общем, когда она стреляет, сейчас надо выйти. Эту хрень сломать. Так, хорош. Тайминги здесь вообще здраво работают. Я не могу сохраниться здесь. Тут вот хреново. Тихо. Теперь мне нужно вниз, да? Блин, как она мне вваливает-то. Ну там вот щупальца меня эти малек смущают. Ну ладно, давай. Опаньки, малек разби... Ау. Вот эти щупальца меня очень смущают. Не лагает что-то вообще люто как-то. Мне это не нравится, нифига. Теперь мне нужно вон туда попасть. Ауч. Да прекрати ты. Какая это не та кнопка? Ладно, все, у меня закончились фласки. О. Ауч. Нет. Ну это последняя должна быть. Я весь кварц всадил. Ой, кварц янтарь. Хорош. Я ей навалял. Фу, мать твою. Где моя королева? Я опять слышу эти голоса. Гоблин убил королеву.
А, гоблин, испугались гоблина. Я говорю, гоблин убил королеву. А, черт, может быть мне стоит закрыть свой рот? Стоит, может быть мне стоит заткнуться, наверное. Хорош. Вообще все по красоте сделал. Continue. Клевенько, ребятки, вот на этом мы, наверное, остановимся. Очень классненько. Мы, короче, взялись какой-то супер дагер. Сейчас посмотрим, что за дагер, что он дает вообще. И мы, короче, кварца себе еще взяли на халяву. Прям вообще красота. То есть мы теперь, судя по всему, сможем еще одну суперспособность раскачать где-нибудь. Наверное, стоит пойти в Perception, в восприятие, там, где янтарное зрение и плюшечки для него. Наверное, имеет смысл. Типа на халяву видеть врагов будет полезно. Ладненько, так. Стикс сделал что-то важнейшее. Блин, вечно забываю это слово. Discovery. Главное открытие, господи, точно. Стих сделал главное открытие. Энергетический источник, который... который типа хранился или сохранял силу кварца. Была в этом в этой гигантской королеве Рейбис. Хрен его знает, как их правильно называть, серьезно, не знаю. Если кто не знает, как они правильно называются, напишите в комментариях. Я даже в первой части что-то не помню. Так. Она что-то слышала его передвижение. Была намного сильнее, но Стикс смог одолеть ее. Смог стырить чистый кварц с ее шеи. Ему не следовало одерживать победу, потому что темные эльфы заметили его и теперь называют его гоблином, который умеет говорить, или говорящим гоблином. Стикс вернулся на корабль Хеладрин, чтобы свалить как можно быстрее из Карангара. Окей. Так, давайте глянем, что мы за дагер взяли, и на этом закончим, наверное. Крафт. Missions. Во, инвентарь. Даггер Экинаша, это за предзаказ. Вот этот вот, Tapered Dagger. Ай, так, Шабдага. To be flash without F. Ага. Из плюсов убираются все звуки. Шарп это акула, по-моему, да, ведь? Типа акулий даггер, не знаю. Короче, из плюсов убираются все звуки наземных убийств, а из минусов то, что мы ни хера не можем парировать удары врагов. Ну прикольно, то есть это для ассасина в целом, кто идет через ветку убийств,
Там, где я говорил про убийство издалека, там 4 метра. Можно с 4 метров убивать. Еще плюс вот этот дагер, который бесшумно убивает. Ну, прикольно выглядит.